Привет, ребятки. Надеюсь, там все пойдет. Так, значит. В общем, так, это Амига. Это все очень плохо. Стоит надеяться, что сейчас он меня потянет. Это дерьмо со стримом. Да, меня, наверное, не слышно, да? Меня должно быть лучше слышно. У вас сейчас должен быть черный экран, это нормально, да. Я вставлю не черный экран, когда надо будет. Так, наверное, меня будет очень плохо слышно. Я переехал с кухни в комнату. Немного другая обстановка, и микрофон в рот не засунуть. Ой. Блин, зараза, сколько ж ты жрешь? Короче, в чем проблема с игрой? Тут вообще тут с каждой полуторной игрой проблемы. Но, в общем, с этой игрой такая проблема, что в том варианте, в котором она эмулируется у меня нормально, она работает быстрее, чем должна. Поэтому, чтобы она работала с такой скоростью, с которой должна работать, приходится... Что ты делаешь, я не понимаю. Амига, ты чё? Замечательно, Амига заглючила. Проблема с платформой, с эмулем ещё... Я бы сказал, нет проблем, но сейчас почему-то эмуль решил умереть. Ладно, допустим, эмуль умер. Запустим его еще раз. Так, сейчас я тогда картинку сразу дам. Эмуль, ты собираешься запускаться? Короче, чтобы это говно работало как нужно, нужно ставить параметры эмуляции особые, которые жрут больше ресурсов. Потом нельзя ускорить загрузку этого дерьма, который сейчас... И знаете, самое что смешное, игра короткая. Самое что смешное. Насколько я ее буду проходить, неизвестно. Я сегодня... Короче, это типа экшн-пазл такой тупорылый. Очень тупорылый. Вообще не знаю даже, как это воспринимать. В общем, это код мастерсов, то есть легкой прогулки не будет. Но на удивление, тут всего 10 уровней, пароль на каждый уровень, и первые сколько-то уровней проходится вообще. Раз-два и прошел. Но, блин, потом, что же нам нужно делать, это, конечно, вообще ужас. Потом там нужно делать страшные вещи. Но я их тестил только в ускоренном режиме. Storm River я выбрал просто все игры, которые могут быть играми. В этом пазле хотя бы что-то оригинальное есть. Так, плюс тут игр не 1000, к сожалению, а очень мало. Я мог бы застримить Fury of the Furies, это вообще заебись игра. Но я могу, собственно, их застримить, но зачем? Ну и смотрю внимательно CPU, смотрите, сколько он тут у нас отжирает, сволочь такая. Много отжирает. Но игра не сильно жрущая, поэтому, возможно, все будет ок. Короче, тупорылый пазл. Очень тупорылый. Нет читерской прохи даже в инете. По понятным причинам ее нет, потому что Enter Password, пароль на уровень, пока мы их не знаем. В общем, потому что... мне кажется, надо. Потому что, чтобы сделать читерскую проху, тут нужно стараться. А читеры же не любят стараться, они любят читерское говно сделать на халяву. А
тут такого не выйдет. Так, надо мне через заново прыгнуть к нормальной скорости. Короче, цель накормить своих долбоебов. Игра очень тупорылая, она вообще выглядит довольно сыро. Кривая и так далее, и так далее. Но все-таки что-то оригинальное в ней есть. Первый уровень пройден. Я знаю, капитан Динамо, я в ней ничего интересного не нашел. Так, надо делать принтскрины. Сделали принтскрины. Вообще, я даже, знаете, что, даже не принтскрины, лучше записывать буду на листочке. R, D, N, U, H, C, C, M, G, V. Второй уровень будет примерно такой же идиотский, как и первый. А, ну, мы приехали, в общем. Мы приехали к тому, что стримить я это так не могу. Потрясающе. Почему-то, когда я только что это тестил, все было нормально. А теперь мы видим 160% загрузка ЦПУ. Тем не менее, мне кажется, что... Нет, уже не кажется. Кусок ты говна тупого. Ну и что с тобой делать? Кусок тупого говна. Ладно, давайте подождем немного. Вдруг просрется. Блин, специально потестил перед стримом. Все работает. Нет, на стриме как всегда. Не хочу проходить игру в ускоренной скорости. Я могу это сделать, но это ебано очень будет. Сейчас я все объясню, подождите. Стормируй, подожди. Давайте заставим игру нормально работать. Более сейчас меня убьют. Почему ЦПУ так резко выросло? Так, можешь где-нибудь умереть по-быстрому? Ну, пожалуйста. Интересно, если я сделаю... Вот так. Как же ебан все это. Мига это. Просто кусок говна. Просто кусок говна полный. Ладно, я понял. Так. Почему он более тяжелую машину эмулирует лучше, чем более легкую? Тупорылое говно. Что еще можно пытаться сделать? Мне вот интересно. Что еще можно пытаться сделать? Что еще можно пытаться сделать? Блин, ну так ты не будешь работать. Как ты будешь работать быстрее, чем надо? Так ты, блядь, не потянешь эмуляцию. Потрясающе. В общем, я отключил вообще все. Тупое говно. Сейчас понаблюдайте пока за вот этой замечательной картинкой.
Офигенно. Конечно же, картинка так просто не найдется. Короче, почему оно тянет больше? Потому что, блядь, чтобы... Короче, тут нельзя нормально запустить, чтобы она вот эта сборка тупорылая работала на доисторической Амиге, на которой RAID 500. Она запускается на 1200 всегда. А 1200 запускается всегда с такой частотой, что эта игра, короче, не жрет ее, она ускоряется. Ну, при желании можно, конечно, так ее даже пройти, но что-то как-то не хочется. Хочется нормально играть. Так. А если я в другом эмуле ставлю прямо такие ручками 500-ю Амигу, то какого-то хуя эта шваль не хочет запускаться. То есть по 1200-й Амигой в режиме 500-й Амиги оно запускается, а просто так под 500-й оно не запускается. Спрашивается, почему? Ну что? Сейчас ты не выдашь ошибку, конечно же, да? Конечно же, ошибка. Мы не можем запуститься, потому что мы говно тупорылое. Чё ж делать-то с этим говном? Почему Амига такое говно? Это реально более дерьмовой платформы нет. Я не знаю, тут все перепробовано уже, что можно было поставить. Ну, просто не работает. Мусор. Мусор. Я не знаю, что делать. Я не хочу проходить эту игру в ускоренном режиме, честное слово. Что я не понимаю, она вышла в 93-м году. В 92-м каком-то из них. Почему они не могли нормально это все запилить? Ладно, сейчас еще одну тему попробую. Не знаю, вдруг оно будет меньше жрать. Что-то я сильно сомневаюсь, но вдруг. Ну а вот так, если мы запустим, то что мы получим? А, ну да, конечно, сейчас мы сначала подождем 1000 лет.
Сейчас у нас вообще это дерьмо не запустится, потому что эта тупорылая сборка почему-то не запускается на 68.3.0, а запускается только на 68.0.2.0. Ну, разумеется, она не запускается на более слабом процессе. Вот люди, которые делали эту сборку, они вот 2,5 игры, наверное, запустили. И о, работает замечательно все. Как этим говном пользоваться? Урфин, я не понял второе слово, которое ты написал, поэтому я не могу тебе ответить, извини. Так, понятно. На этом оно не запускается. Так, запустится ли оно на вот этом? На 68.0.1.0. Я не знаю, откуда это Денис Кочетков запилил когда-то. Извините, необразованный. Не знаю, что это за слон. Ну, конечно же, конечно же. На этом ты тоже не запустишься, разумеется. Кусок дерьма. Ну что, последняя наша надежда на то, что эмуляция проца 68.0.2.0 внезапно хватит. С этим процессом она точно должна запуститься. Давайте я еще окошечко открою побольше, чтобы я тут в ледышку превратился из-за того, чтобы тупорылый ног охладился. Пиздец, как он греется-то, а? Ну чё? Восемьдесят процентов, 79% восхитительно. Загрузка ЦП. Что он жрет, просто загрузив что-то, не знаю, что жесткий диск подставил себе. Откуда он столько ЦПУ жрет? Что-то я сомневаюсь, что там эмуляция Амиги прям такая точная, что пиздец. Давай запускайте говно. Ну чё, попробуем еще раз. Хули-вули. Зачем я удалил КГ? Сто шестьдесят процентов, да, конечно. Ну что, надеемся на
на то, что в этот раз эмулятор будет лучше работать. Блин. Короче, вот у нас есть этот кривой ублюдок. У него есть энерджи. Если мы долго будем чаржить шар, энерджи будет убывать. У нас одна жизнь на всю игру, но есть типа конты бесконечные в виде паролей. Контов самих нет, но пароли есть. Вот, короче. Нам перед каждым уровнем пишут пароль на уровне, что надо сделать на уровне. ТНВ. ТНВ. Вот, короче, видите, 5. Почти 5 идиотов. Я не знаю, почему они их так назвали, но Codemasters, короче. Яблочко восстанавливает силы. Видели, как прошелся первый уровень? Я просто встал в одном пикселе и надул идиотов. Так вот, этот уровень просит так же. Если вы присмотритесь, вы увидите слева пауэрап. Ноги. Вот это я не знаю, что, возможно, это чуть усыпляет дауна. Так вот это говно вообще бесполезное, вот это вот. Оно вообще нигде не используется. Это просто говно. Какая-то игра. А это отравленное яблоко. Ну, короче, там они как-то путешествуют, в общем, реально, допереть на механике в этом пазле довольно проблемная задача. Поэтому, собственно, даже читерского прохождения нет на ютубе, нигде нет, ни текстов никакого. Слушай, тут реально я запарился тут в последующих уровнях разбираться. Так. Извините, я буду слово позже записывать пароли. В. Я боюсь теперь принтскрин жать, а то опять все залагает. Т.И. Так. Вот этот полезный бонус, он у меня ускоряет. Что-то я тут послопочил немного. Пока тестил еще амигаское говно. Забыл что-то. Так, а вот здесь, по-моему, надо вот здесь встать. А вот здесь надо вот здесь встать. Сейчас мы узнаем, правильно ли я сделал. Да, правильно. Все просто было. Ну вот, короче, понимаете, да, в игре 10 уровней, и мы уже почти 3. Но так это Codemasters, ебаться придется. Вообще, напишите, меня нормально слышно сейчас. Довольно напряжно стримить отсюда. Так. Здесь мне надо 3 чувака спасти всего. А, это все-таки у. Хорошо, что это сейчас нашлось. HDP FU VLCCM. Замечательно. Так, о, смотрите, какой тут классный уровень. Тут, короче, нам нужно взять внезапно полезный урап. Знаете зачем? Чтобы сжечь этих идиотов нахер. Единственное применение этого пауэрапа. Чтобы сгенерировал вот здесь побольше. А тут нам нужно сделать вот так, по-моему. Механик
Механика толкания этого говна очень уёбочная. Мне приходится вот так вот ползать. Еще иначе я просто... Сколько мне там нужно было спасти? 3? Все, спасли всех. Короче, когда мы убиваем даунов, они респаунятся где-то, черепов в смысле. Они где-то респаунятся в рандомном месте. Там тут я просто сжег их. Ну все, теперь можно просто подождать, пока этот дурачок умрет. Так и сделано. Бесполезное говно. Причем, видите, в некоторых местах оно, короче, может вот так прыгать. Я не знаю, может быть здесь оно и было бы полезно, вот здесь вот. Типа подпрыгнуть и сдвинуть чуть-чуть, но и без этого приходится. Так, замечательно. 4 уровня пройдено. Но это пока все еще легкий уровень, как вы видите. Но тем не менее, даже этого, если бы вы играли в странно, вы бы запарились добирать, поверьте мне на слово. Тут реально непонятно, что от тебя хотят. O, D, Q, M, F, U, V, L, E, C. Я убил его, потому что мне достаточно было 3 спасти. Вот на этом уровне, видите, написано 4 надо достаточно. Я 4 спасу, а остальное мне насрать. Так, этот уровень проходится вот так. Кидаем их сюда. 4. Перейдем сюда. Делаем вот так вот. Ну, по идее, они сейчас все откормятся. Все. Причем нашему пиздюку похуй на шипы, как мы видим. Не на все. Видите, мне кажется, игра выглядит немного сырой. Во-первых, но она такой и является. Я не знаю, честно, что они хотели сделать. Возможно, они что-то посерьезнее хотели сделать, но в итоге сделали какую-то хрень. Давай, умирай уже. 5 уровней пройдено. Я не знаю, там какие-то есть еще хрени на уровне. Не знаю, зачем они нужны. Бесполезное говно. Причем тут уровни построены так, что надо их проходить быстро с самого начала. Не проходите их быстро с самого начала, не пройдете дальше вообще никак. Так. Так, вот начинается первый уровень, над которым я заебался придумывать, что с ним делать. Я уже, если честно, забыл даже. Так, ME, BH, ET, PIAG. Так, что тут надо делать? Что тут надо делать? Сейчас я вспомню. Что-то ебаное надо делать. Винарлин Амиго — это просто уебищнейшая платформа. Я могу тебе предложить перебрать рамсеты. Ты заебешься запускать каждую первую игру. Ладно, попробуем что-нибудь придумать.
Так. Надо вспомнить, что делать в этом уровне. Идиотская механика выталкивания этих дурачков вот таким вот образом. Так. Сейчас я, видимо, уже ничего не пройду. Надо все делать быстро. Кривое ползни по стенам. Вот здесь это тонкий момент, что вот именно вот так надо их. Давай, ползи сюда. Ну, тут все понятно, почему я сейчас не прошел, потому что я, конечно, пытаюсь. Но нет, вряд ли я выползу сейчас куда надо. Все очень тонко тут. Больше четырех нельзя, потому что иначе они просто будут падать вот тут. По-другому я не могу там, потому что иначе у меня будет чертова. Блин, сейчас я вообще умру, наверное, уже окончательно. Сам по себе. Короче, видите, не успевает ни хера все это дерьмо делаться, если ты вначале что-то неправильно сделал. Ладно, насрать абсолютно. Сейчас мы сдохнем. Замечательно, мы не сдохнем, потому что... Вот теперь сдохли. Stormriver, там играбельных игр практически нет, как раз потому, что примерно в каждой игре какое-то говно. Так. И что ты называешь под прошел? Прошел с рестейтом? Нет, не прошел. Так. Рандом немножко не повезло, ну да ладно, возможно прокатит. Так, все быстренько делаем.
еще надо в пиксель вставать. По этой причине, видите, да, почему? Все, видите, исполнено. Даже 4 выжило. Вот так вот. Причем вот то, что я делаю, это все надо делать в строго определенных пикселях, потому что иначе не сможешь их либо оттолкнуть, либо они будут дырявиться. Такая вот игра. Не, ну а кто скажет, что вот игра не оригинальная? Игра оригинальная. Замечательно. Так, 6 уровней пройдено. И сейчас мы получим пароль. Так, L, E, C, G, L, E, C, G. ЛД ТР ХК. Так, ЛЕЦГ ЛД ТР ХК. Ладно, что тут надо делать? Дайте вспомнить. Дайте вспомнить, что тут надо делать. Так. Ага, понятно, что надо делать. Довольно ебаное, между прочим, что надо делать. Ладно. Так, значит. Значит, мы сначала... Мы сначала вот этих идиотов ловим. Здесь вот. Вот это единственная механика, которая тут еще есть. То, что ты в джетпаке. Когда ты в джетпаке, ты, соответственно, блин, неприятно что это будет. Когда ты в джетпаке, короче, ты можешь толкать чаржем пузыря, ты толкаешь этих идиотов. Поверьте мне, это тоже очень неочевидно. Вообще, есть ли у меня еще джетпак? Нет, не то. Я не могу от этого никак избавиться. Короче, вот там, где вопросик, мне что угодно могут дать. Это яблоко, это мне минус КП делает. Ладно, посмотрим, может тут 3 надо будет всего сохранить идиота. А там сверху, короче, там есть еще второй путь сверху. Но им типа невозможно, потому что там... Ладно, если мне дадут время это показать, я сейчас постараюсь это показать. Ну вот, уберите эту хрень.
я тактику сам подбирал. Понятно. Тут надо 4, видимо, сохранить, ничего страшного. У нас есть пароль. Сейчас мы его введем. Да, убийца на часть сначала. Не, а, не. Там эта штука, она отбирает со временем просто. Быстрее чуваки сдохли, чем у меня эту штуку отобрали. Ну, короче, эти хрени, это вообще бесполезное говно. Я опять продевал сколько, насрать абсолютно. Так. Давайте мы вас больше соберем. Ползите, давайте, ребятки. А значит, мы собираем этих пиздюков здесь. Дальше мы ползем за джетпаком. Теперь мы... Все, уровень пройден. А сверху видите, что вот там их будут убивать. Вот там вот. И эту штуку никак не отключить. Можно открыть только дырку. Там, где кнопка, короче, справа кнопки, можно открыть дырку, но это нам ничего не поможет. Замечательно, 7-й уровень пройден. НЕД. ГФ. ЛД. ВРЛ. Итак. НЕД, ГФЛД, ВРЛ. А тут-то что мне надо делать? Надо вспомнить, что тут надо делать. Блин, ты же умеешь ползать, почему ты не пополз? Так. Так, надо вспомнить, что тут делать. Да не так же. Что с тобой станет? А с тобой что станет? Ты доползешь до адресата, правильно? Замечательно, то есть я ползу наверх. Ползу наверх. Включаю вот это и вот это. Ползу вниз и управляю всех примерно. Здесь есть, тут есть снаряды. Понятно. Пока что я могу сказать, потому что Fury of the Furious — это, наверное, игра, которая будет выше всего амиговского на 5 голов. Я прошел уже. Она вообще божественная. Меркал Амиги. О,
шипы тут можно умереть. Красавище. Game over. Ладно, мы вспомним, что надо делать. Сейчас будем исполнять. Потрясающе. Как много этих пидорасов, да? Соответственно, может повезти или не повезти с рандомом. Раз рандом повезло, в этот раз, блять, нет. Это куда вот можно? Ага, можно вот так, значит, сделать. Вдоль этой стенки их отправить. Давайте сейчас протестим это. Отправляем их вдоль этой стенки. Сейчас я уже нихера не пройду, по понятным причинам. Падают прекрасно. Теперь мы их отправим вот сюда. Теперь они, по идее, до адресата долетят, но хватит ли мне, особенно вот теперь, я долбоёб. Ладно. Понятно, что мы сделали не так. Да это Амига кривая, тупорылая. Да, Руфин Фури это надо вчера. Все правильно понял. Ладно, правильно больше водить не надо, к счастью. Чёрта. Так, ну сейчас, если не заступлю. А еще я нашел скроллер на Амиге, вы не поверите, с чем, с бесконечными контами. Причем там еще и механика есть оригинальная, ну как более-менее оригинальная. В отличие от всякого говна типа Battle Squadron, который вышел позже. Джеймс Понд говно. Джеймс Понд полное говно. Ладно, вот это первый уровень, где можно просто охуеть от того, что у тебя хотят. Так, V, H... А, Г, Half-Life. Итак, О, Е, Ф, В, Аш, А, Г, Аш, Л, В. Итак, сначала надо вспомнить, что от меня хотят.
Вверх меня хотят. Сюда, вот, вот этот пиксель найти. Блядский. Это типа бонус секция, но здесь без нее не пройти уровень. Потому что тебя кидают вот сюда и куда-то не можешь иначе никак попасть. Так, а тут что нам нужно сделать? Вот это сделать. Все. Ползем, чтобы их не скинуть. Давай, давай, вали отсюда. Так, понятно. Да, он хоть долетят, интересно. Так, вот они вот тут летят. Летят вот здесь. А чё вы там застряли, идиоты? А, вас толкать тут надо, чёрт подери, вас толкать тут надо. Потом закрываем вот тут, толкаем вас. Так, сначала, значит, посылаем этих дурачков сюда. Ну, добро пожаловать на суицид. Блин, тут так холодно в комнате уже, просто пиздец. Но, да, нельзя закрывать окно, потому что... Иначе компьютер перестанет тянуть. Так, три надо спасти. Так, значит, что мы делаем? Берем это. Это. Два пустых шара надо пустить. Блин, это не пустой шар был. Тоже не пусто. Ладно, хер с вами. Кривое ползни по стенам. Давай сюда, идиот. Так, мне интересно, это можно еще пройти или нет? Ну, может, нельзя? Попробуем. Да, нельзя. Засунуть очень. Ну, ладно. Так, сразу два шара
Сувён. Чтобы такого не было. Блин, нельзя тут пустой шар пускать. Все, у меня кончился джетпак. Поэтому я не могу никак сдвинуть этих пидорасов. Восхитительно, правда? Все, уровень проебан. Так, значит, пускаем два пустых шара в центре сразу же. Давай, идиот. Раз, два. Еще. Ну, блядь! Сука, как меня бесит этот кривой джетпак вонючий. Все, проебано. Я с второго или с третьего кого-то из них. Какая-то кривая хуйня Амига, это даже точно даты. Может, блин, на титульном экране стоит 90, а на самом деле, блин, 93-й. И так далее. Как это сложно. Блять, ну как так можно, а? Зачем я это сделал? Ну, тупой идиот. Сейчас проебу опять из-за вот этого. Что я сделал? Проебан, потому что я даун не осилил вот здесь. Нормально все сделать.
Знаешь, нет. Все бесполезно. Они будут быстрее дохнуть, чем ты сможешь что-либо сделать. Ну, короче, вот такие маршрутные миссии. Я запарил сегодня эту тактику подбирать на эти миссии. Эти решать такие тупорылые пазлы первым. Что называется, хорошо хоть Save State есть, потому что без них бы я бы нихера не решил. Без них это просто невозможно было бы пройти эту игру. Я что, опять кого-то убил там случайно? Вот из-за того, что я, блядь, не сделал джетпак, сука, я опять проебал сейчас. Вот из-за этого, блядь, говна. Да, ну это типа оригинал. А чё, Философ, 91-й всё-таки? Блять, ну что, неужели не хватит? Ну ёбаный пиздец. Конечно, не хватит. Сука. Тупорылая игра. Тут чуть-чуть проебланился, все. Умираешь. А последний уровень-то какая классная тема будет. Все, умираем. 10 уровней всего. Представляете, как весело было на эту тактику выбирать? Если даже когда знаешь, что это сложновато исполняется. Thank you.
Надеюсь, эта штука ничего не дает, кроме очков. Ну нет, ну нет! Нет, блядь! Сука, кривая пиксельная хуета! Все проебано опять. Ну блядь, ну куда ты попал, сука тупая? Давай, лети, 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 лети. Есть. Фух. В амиговских леммингах, кстати, надо... Только один уровень сложности можно проходить, в отличие от консольных. Но они более уебищные уровни сами. Как это Амега, тут должно быть все уебищно. По-моему, от Кодмастерсов еще какой-то уебищный пазл есть, типа леммингов. Он на Сеге еще есть, по-моему, на Снессе. Не помню, как он называется, но он, короче, типа леммингов. Он мне вообще не интересен, потому что он, по сути, крипас леммингов. Вот этот все-таки... Этот, конечно, тоже леммингами отдает, но все-таки что-то свое. По полу с говно ебаное. Нахуй, нахуй, нахуй. Какой нахуй пополз? Тысячу уровней проходить. Потому что эмуляторы не умеют еще прогресс сохранить нормально. Замечательно, все, остался последний уровень. Ой, фух, как это напряжно было. Смотри, сколько мне нужно спасти. Так, бег. ТТ. Бег, ТТ. HI. GLD. Почему как только приходит философ в чат, он засирает весь чат и все, и все это выпиливается из чата? Философ, не пугай людей. Так, PEG, TT, HI, GLD. Замечательно. О, это что-то тонкое надо делать. Так, оставляем это. Раз. Молодец я, просто писаю. Ну блядь, кривой идиот. Странно, еще что-то было. Так, что мы делаем? Дальше надо вспомнить. А дальше хитрая хрень, дальше надо, короче. Вот здесь открываем сначала. Потом закрываем. Потом надо вот это включать. О, 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 посмотрите. Посмотрите на этот эмулятор. Фух, хорошо, что мы до последнего уровня дошли. Понятно, все.
Раз самолет он не захотел. Ребят, ну это какой-то, не знаю, прям. Эмулятор не захотел, понимаете? Ничего страшного, эмулятор. Мы до последнего уровня дошли. Осталось только его пройти. Сейчас, ребятки, я тут согреюсь немного. Что-то холодно, пиздец. Самое. И пройдем последний уровень. Я вот, знаете, что не понимаю, почему вот, когда все, вот все вот так работает абсолютно. Знаете, как у меня скайп сейчас работает? Он вообще, короче, у него... Это же реклама его блядская. Виндоу в скайпе. Всякие баннеры там. Этот баннер обновляется, не знаю, раз в 10 секунд, наверное. Может, не знаю, может 20. Но, короче, каждый раз, когда он обновляется, у меня скайп подвисает на 5 секунд. Вот как можно вообще так сделать было? Это продукт, которым пользуются миллионы, миллиарды людей. Он работает вот таким образом. Блять, эмулятор Амиги — это вообще пиздец полный. Ой. Сама Амига, мне кажется, еще хуже, чем эмулятор. Вот, меня просто умораживает, почему я свои приложения вылизываю просто чуть ли не до блеска. Блин, причем все работает через жопу. Каждый раз, когда мне кто-то, блин, какой-нибудь пишет: вот, Серега, надо вот тут это сделать, это, то, вот здесь еще подвылежи. У меня такая демотивация. Ты работаешь с говном каким-то постоянно. Ой, блядь. Я должен все нормально сам делать. Ну что, уебище, ты остыл? Параша кусок. Ком-то не горячий вообще ни разу. Я не знаю, что он. Чё он? Просто эмулятор через жопу написан. Блин, как хорошо, что мы до последнего уровня доковыляли. Ладно. Может быть, это из-за того, что мне сообщение Ваську пришло. Действительно, так сложно обработать сообщение Ваську, оно такое тяжеловесное для моего компа. Чё, ребятки, как вам игра пока? Да, это последний уровень. Storm River, что такое Windfellow? Что это такое в то время? Я забыл. Это игра или что? Знаете, честно скажу, я запарился искать. В предыдущем уровне я запарился искать пиксель, куда надо войти. Потому что я не знал, что нужно вниз нажать обязательно. Не, Storm River, не, все, короче. Вот это дерьмо кое-как работает. Все, и все. Все. Ебал в рот я эти эмуляторы Амиги. Ну, можно, конечно, посмотреть его, но что-то я сильно сомневаюсь, что... Там будет лучше, скорее всего, там будет все еще хуже, потому что этот эмулятор — это вроде как популярное говно. Если популярное говно работает как говно,
Как же работает непопулярное говно? Давай грузись. StormRiver, я сильно сомневаюсь в том, что он много игр запустит, если честно. Ну вот, у тебя есть список, можешь на нем заняться и расскажешь мне потом. Я только рад буду, если там все нормально будет. Так. Так тут, блин, ну как вот это было бы невозможно без эстейтов. Я бы потому что на втором уровне не мог понять, что от меня игра хочет. Понимаете это? Просто это было бы невозможно. Вот и все. Вот это пройти, то пройти. Так. Оставляем вот этот. Давай ползи, блядская сука. И ты ползи. Плохо, три штуки всего. Короче, тут нужно везение, видимо. Эта штука открывает проход здесь, закрывает его чуть дальше. Я не уверен, что мне сейчас повезет. Сколько их полетит? 4? 4, может, и повезет. Нет, уже не повезет. Сколько вас? Нет, не повезло. Ну и хер с тобой. Не повезло, так не повезло. Еще поиграем. Fury of the Furies просто божественный саундтрек. Всем рекомендую именно амиговский. Просто царский саундтрек. Вообще, так порадовала игра. Наверное, лучшая игра на Амиге будет. Здесь надо, чтобы повезло, чтобы не отцепился один пидорас, который очень любит отцепляться. Вот этот вот. Давай, давай, давай.
что хватит мне. На! Короче, должно повезти. Везет все. Хотя погодите, я же. Ну-ка. Есть джетпак. Не сдыхай, пожалуйста, чувак. Ну сейчас сдохну. Понятно. Дропать играть, запомните, не дропать играть. Сучу, блюдо. В досовской музыке не другой фури, это фури с менее крутой. Когда ж повезет-то там? На тренировке повезло. Я подумал, что раз повезло на тренировке, можешь повезти и так. Я выиграю другое мнение на этот счет. Ползите. Ой, бля, я ж забыл. Я все забыл, ребят, извините. Я дал. Да может есть какая-нибудь другая тактика, я не знаю. Я просто нашел ту тактику, которая. Да там надо было просто не дропать, я мог пройти на самом деле, мне кажется. А я бросил играть в ту попытку. Далее как все четко. Нано расчет. Нужен нано расчет. Интересно, куда сейчас эти дауны улетят? Куда-то туда они улетят. Сейчас. Ну, все, там бесполезно с ними что-то делать. Мне сейчас очень сильно не повезло, потому что два дауна застряли там, где не должны были застревать. Пиздец.
пиздец, ну что за... Ладно, сейчас мы если успеем. Какая подлая игра, а? Ну, в общем, вот, пожалуйста, тут мы просто дрочим, пока нам не повезет. Кодмастерс, Кодмастерс. Вообще не знаю, вот это то, что я вот беру 25 очков, это что-нибудь дает или нет. Может, я просто время сливаю на это. Нет. Они полетят только если они встанут в один ряд. Мне нужно, чтобы четверка в ряд встала и не дропнулась. Может там в другую сторону нажать? Попробую-ка сейчас. Вот и прилетел. Ладно, если попробовать. Или нет. Успею или нет, интересно. Если успею, я победил, если нет, то... Кажись, тактику надо совершенствовать. Конечно же, на тренировке довольно быстро повезет. Разумеется, на тренировке довольно быстро повезет. Ладно, попробуем сейчас этот цикл повторить чуть больше раз. Блин, это ничего не приведет. We'll be right back.
Ну, блядь, кривая физика тупая. Все, можно, короче. Ну, в общем, я думаю, теперь нам будем играть до часов 11:30, до стальки я буду стримить. Потом уровень не пройдется, и придется его тренировать дальше. Смотреть, что вот еще можно делать. Потому что то, что на тренировке какой-то рандом сгенерился довольно быстро, тут он нихера генериться не собирается, как мы видим. Зато тут собирается генериться кривое дерьмо повсеместное! Сука, блядь, тупорылая, блядь! Дохни, блядь, давай! Пидорас, блядь, ебаный. Ну, потому что не проходит уровень. Надо, чтобы 4 пидораса полетело наверх, блядь. Тогда уровень проходится, иначе он не проходится. Давайте ползите, вы блядские пидорасы. Сколько время теряю вот тут? Почему так хуёво становишься? Надо, чтобы как-то удачно сгенерились начальные пидорасы. Ну что я сделал, блядь, а? Что я сделал, а? Ну, разумеется, вы никогда не сохранитесь 4 штуки. Никогда, никогда, просто никогда. Ну что это было, блядь? Все, ждем вечность. Сука. Кривая срань. Блядь, сука, да умри ты, параша тупая. Сделать, чтобы он не умер. Да чтобы 5 застряло. Да чтобы 5 застряло. Ой, блядь. Ну хоть раз ты, блядь, можешь мне 5 штук, сука, остановить там.
мусор ебаный. Ну что ты, блядь, сука, нахуй? Механика ползня по стенам, полная хуйня. Кто сомневается, может, все. Опять убедиться. Сам. Самостоятельно. Ну куда ты, блядский уёбок, полетел? Ну да, да, да. Блядь, как меня раздражает эта тупорылая игра. Сука. Конечно, не будет читерского прохождения. Разумеется, его не будет, потому что, блядь, читером... Нужно, чтобы они могли, ничего не делая, просто взять, просто ставить игру, в которой не надо думать, не надо ничего изобретать, не надо напрягаться, самое главное. Блять, ну какое тут кривое управление, блять? Амиго, хватит лагать. Ладно, рискнем. Что-то я неправильно делаю. Ой, я знаю, что надо сделать. Надо, чтобы они очень рядом, видимо, были. Они очень рядом, видимо, были. Четвертый и пятый, чтобы очень рядом были. Давайте попробуем. Блять, ну ты можешь взять уже эту хуйню. Первый, второй. Что интересно или нет. Успеет, блядь, три надо было, блядь, три надо было. Сука. Не хватило одной хуйни, блядь. Посмотрите, какая подлейшая игра. Нету другой тактики, это единственная тактика, которая тут есть. Сука.
Сука, блядь. И как теперь мне ждать, чтобы четвертый и пятый были, блядь, как вот сейчас? Ой, кривейшее дерьмо. Все, это уже невозможно никак, потому что пока не долетают, он сдыхает. Понимаете, невозможно его убить никак. Ну куда ты, блядь, пузырь выпустила, сука блядская? Все, ждем, когда нам игра сгенерит две штуки подряд идущих. И чтобы это был именно... От голода философ он умирает, от голода. Ползите, блядские идиоты. Сейчас не пройду за то, что вот этот идиот прилетел не так, как надо. Ну куда ты, блядский? Я не ту кнопку, сука, я не жал эту кнопку! Ну, блядь, ну что за подлое дерьмо, нахуй? Какого хуя эта кнопка сама по себе, блядь, жмется? Ну все, сейчас бы игра была пройдена. Нет, блядь, она не будет пройдена из-за этой хуйни. Из-за того, что, блядь, случайно задел сниз, блядь. Ебучие джойстики сраные, блядь. Сука, блядь.
Тот, кто придумал джойстики, должен, сука, блять, не знаю. Он в аду будет все игры на джойстиках проходить. Пидорас ебаный, блять. Опять, блять, нахуй, опять заново все, блять. Невозможно успеть спасти этого дауна. Просто это невозможно сделать. Конечно, это невозможно сделать, разумеется. Разумеется, это невозможно сделать. Пидорас ебаный, блядь. Да ни подо что игра не заточена, блядь. Ни под какой джойстик она не заточена. Ни подо что не заточена. Не думаю, что недавно даже, блядь, сами ее проходили. Для них это характерно. Для подмастерсов идиотов. Замечательно. Все, летим, умираем, потому что это нахуй надо. Видите, какое классное управление? Видите, как классно управление? Тут, блядь, управление, если вы считаете, что в Клингервингере сложно было выжить, то здесь, блядь, просто ползать в таски сложно. А тут надо все делать очень четко, очень быстро, нигде не тормозить. Я ради этой игры, блядь, сижу мёрзну тут, сука, нахуй. Ради этой параши, блядь, ебаной. На этой парашной платформе, блядь, которая нахуй никому не нужна. Ползи, пожалуйста. Куда делся четвертый, блядский пидорасы? Их четыре было, куда вы его дели? Суки ебаные, блядь! Куда я опять нажал эту хуйню? Ну все, опять проебано, блядь. Сука, что за подлая игра-то такая, а? Кусок говна. Блядский кусок говна.
Сука, ёбаная в рот, блядь! Блять, вот я сейчас мог пройти или нет, мне вот интересно. Если бы не проебланился. Конечно, нет. Сейчас кончилась моя энергия. Какая блядская параша, нахуй. Сука, какая блядская параша! Как все от Кодмастерса, блять. Ни одной нормальной игры нет. Все как с какой-то хуйней. Все с привкусом говна постоянно. И послевкусием таким же. Все, нахуй летим. Не повезло, все, не повезло с рандомом, все, идешь нахуй. Не дают тебе нормально первый шарик пустить, сосешь хуй. Какое говно это все, блять, какое это говно. Да Дизи тоже с привкусом говна. Замечательно, до уровня продолжительностью 2 минуты проходится опять. Проходит час уже. Какой-то ублюдок на ютубе, который гордится тем, что записывает читерский геймплей, даже не прохождение, а читерский геймплей с железной Амиги. True классик, блять, которая не должна быть забыта, блять. Конечно, но я не буду ее проходить даже. Все видели, там 4 штуки висело. Вот они полетели, 4. Все, вы его же накормите, правда? Правда, вы его же накормите. Есть. Все. Ну вот, короче, только так это говно и проходится. 4 сразу и 3 вдогонку. Теперь наслаждаемся потрясающей концовкой. Потрясающая концовка в духе Кодмастерса, правда? Ладно, хотя бы титры запилили. Обычно у них одна картинка и все. Вообще такая игра. Закотированная, конечно, уже будет. Нужно штопы ее не котировать. Пазл всего из 10 уровней состоящий.
оригинальный, к тому же. Вот все, короче. Домучились мы. Ну, короче, один экран вместо концовки — это стандартный для подмастерсов говно. Ладно, отмучился. Я запилили первое прохождение в интернете на эту игру. Мучились с симуляцией ебанутой. Можно, значит, все это выключить наконец. Выключаем. Замечательно. Так, надо теперь вернуть конфигурацию на место. Что значит, что меня вымораживает? Меня вымораживают следующие вещи. Так, умри, умри. Что? Некоторые игры на вот... на одной и той же модели работают по-разному, требуют по-разному. То есть я запускаю одну игру на этой конфигурации, и она идеально работает. Запускаю другую, она там под стол CPU грузит. Чё это за говно такое, непонятно. На каком-нибудь нормальном эмуляторе такое бывает? Нет. Ни на каком таком эмуляторе, другом эмуляторе такого больше не будет. Говна. Ладно, все, ребятки, спасибо всем за просмотр. Пока всем.